Всем доброе утро! На сегодня понедельник, 8 января, и у нас закончились каникулы. И что это у нас тут за гномик сидит? Это гномик Даниэлька. А второй гномик не хочет вставать. Рамсюшка. Ну вот не хочет вставать, и все. Рами! Рами! Рамсюсь! Вставай! Давай, не будем опаздывать, да? Вставай, вставай. Пошли одеваться. Пойдем, там мозган я включила, кондиционер, там тепленько. Пойдем. Скажи всем привет! Портфели готовы. Портфели мама собрала. Конечно же, мама. Рами, здесь я тебе уже приготовила одежду, иди. Тебе носки, да? Рами, вот носки. Как всегда, куча белья. Сейчас буду разбирать. Правда, мне на работу утро. Ну, не знаю, успею, не успею. Сколько успею, разберу. Жду пацанов. Во, один пошел. Один пошел. Прогреваю машину. Должен второй. О, второй пошел. Все, все в сборе. Поедем в школу. Второй пошел. Я уже на работе, как вы поняли, уже скоро заканчиваю работу, уже у нас 11 минут второго, в 3 часа я заканчиваю. И, не знаю, взяла с собой на работу только 0% жирности йогурт, и все, теперь есть хочу. У нас есть такой чайник, взяла воду, пошла, и хочу рискнуть здоровьем сделать себе чай. Не знаю, насколько у меня здесь получится, надо найти электричество, вот. И я надеюсь, меня не шандарахнет током. Мы в Окее. Что, бокал? Такие цветочки, горшочки такие классные. Да. Ай, дом такие. Миша бьет. Э? Миша бьет. А вот такие чеки. Балдеешь? Пойдем, вставай. Классные кресла такие, с пуфиками. Кресло с пуфиком. А. Что, моя радость? Пошли на машинки. Какие машины? Ну так, возле бигшопа. Мама, ты. А то хайва, мама. Шерва? Да, это открывается. Дерни за веревочку, и дверь откроется. Открывай, Даниэль, не дёр. Опа. Красота. Да? Все, пошли. Рами, все. Насколько красивая белая мебель и настолько же, как бы, не знаю, она непрактичная в доме, не знаю. Но там, я думала, вот где дети,
эту белую мебель непрактично, хотя стол просто вообще загляденье. Красивый, да, стол вообще классный. 995 шекель, почти что 1000 шекелей. 50. Где папа? Не знаю. Ушел куда-то. Никого нету, только мы тут. Хорошо, а то всегда полно народу и ничего не можешь посмотреть как следует. Мама, это кому-то. Это должно быть кому-то. Вот, это классно вообще. Люблю все стеклянное, прозрачное. Такой наборчик, класс. Раньше, когда мы приезжали в Акет, я всегда восхищалась кухнями. Но так как сейчас мы уже сделали кухню, поэтому мне как бы этот вопрос уже не интересует. Я смотрю на другие вещи. К примеру, мне нравятся диваны, мне нравятся вот эти вот шкафчики под телевизор. Такой стол мне нравится. 795 шекелей. Здесь, наверное, что-то представляют, они что-то переделывают. А? О, какое кресло-качалка. Мамы. А? Где? Баба. Мадба? Мадба? Балдёж? Баба катает нас. Вставайте. 1500 шекелей стоит. Ого. Штучка такая. Это подходит тем людям, у которых большие квартиры, это раз, большие балконы, это два, или большие, не знаю, садики возле дома. Есть площадь возле дома. Пойдем. Пойдем, а то папа сейчас уйдет, мы его не увидим. Пошли. Да? Класс? Ищем стулья на кухню. Скучно здесь, скучно. А куда надо идти, чтобы было не скучно? На машинки. Какие машинки? Ну, я же сказала, Даниэль у нас или бесится, или плачет, или ноет. Мы уже дома, купили все, что нам нужно было в Икее. Я сейчас показывать не буду, покажу завтра, потому что все очень устали. У нас 9:30 времени, будем переодеваться, зубы чистить, ложиться и спать, да? Потому что завтра школа, завтра работа. Папа пошел покупать гамбургер, мы будем кушать. Я не буду кушать. Ладно, всем спокойной ночи и всем до свидания. А завтра покажу, что мы купили в Икее, да? Пока-пока.